Друзья, всем доброго дня, и мы приветствуем вас на новом выпуске нашего реалити-шоу «Свадьба года 2016». С вами Ира Ремезова и ведущий ТОП-9 Станислав Пушталев. Мы уже знаем, как в день свадьбы будет выглядеть невеста. Платье выбрано, но каким оно будет для наших зрителей, останется секретом. Я все-таки, с позволения сказать, искренне считаю, что в выборе свадебного костюма мужчинам повезло куда больше, чем девушкам. Интересно знать, почему. Ну, хотя бы по той простой причине, что девушка свое свадебное платье при хорошем и правильном раскладе одевает только один раз в жизни, а мужчина свой свадебный костюм может носить на работу, в гости, на праздник, в клуб, да, Господи Боже, куда хочет. Ну а какой костюм будет надевать в гости, на работу и в клуб наш жених Евгений, узнаем прямо сейчас, посетив салон «Мужская одежда». Элегантные доспехи для современных рыцарей, костюмы для торжества и работы, рубашки на каждый день и для особых моментов, качественные ремни и стильные галстуки. В салоне «Мужская одежда» образ на все случаи жизни смогут подобрать, пожалуй, даже самые взыскательные джентльмены. Я не понимаю, как вы, мужчины, выбираете себе костюм? Вопрос, конечно, достаточно сложный. Ты знаешь, в первую очередь костюм должен нравиться тебе внешне. Во-вторых, ты должен чувствовать себя в этом костюме комфортно. В-третьих, костюм не должен на тебе висеть мешком или, напротив, топорщиться, как не знаю что. Ну и, ты знаешь, иногда перебирая огромные-огромные завалы вещей в магазине, где-нибудь еще в салоне, ты ищешь тот самый костюм и в итоге находишь его и говоришь, что «Боже ж ты ж мой, вот же он!» В примерочную. Окей. Найти тот самый костюм жениху проекта Евгению поможет директор салона Алексей Балашов. Ну, в костюмах продолжается тренд на синие цвета, яркие, сейчас зауженные модели. Притальные пиджаки, зауженные брюки. То же самое с рубашками на молодежь. Притальные рубашки, яркие цвета, рисунки. Свадьба года 2016 будет проходить в несколько нестандартной и сложной тематике. Это тематика мультиколор. Сможем ли мы подобрать жениху костюм для того, чтобы соблюсти данный цветовой код? Я уверен, что сможем. Тогда я предлагаю начать примерку. Все в примерочную! Комплекты в стиле Джеймса Бонда, черные двойки, приправленные бабочкой в тон – один из беспроигрышных вариантов для любого мужчины. Хотя современные женихи не прочь разнообразить свой лук, заменив туфли на кеды, а однотонный пиджак на модель в клетку. Или вовсе разбить костюм по цветовой гамме. Свадебного костюма для жениха всегда становится настоящим стрессом. Но мне кажется, что сегодня мы с этим стрессом справились просто на отличника. Абсолютно с тобой согласна. Но что станет следующим этапом подготовки, узнаем в новых сериях проекта «Свадьба года». Смотрите нас на 63.ru. Пока-пока.